Ну. Даже пережимать не надо, мне так тупо сейчас, мне кажется, у меня просто надуется уже. Что, жгут? Да, давайте. Ты тут, блядь, не бежишь. Сам себя ушатал. Нормально? Да, потушь даже можно. Может, вы тоже? Угу. Ну, руку покачайте. Что, давайте? Готов? Да. Уже выпустили все эти пузырьки. Ага. Все на месте. Ты не переживай, не переживай. Прививку где-то делали? Да и уколы делают постоянно. Да? Это все не проблемы, да. Ну. Главное, чтобы все нормально было. Как ты, Макс? Так, зажми. Зажми, все. Че, как самочувствие? Давай жгут уберем. Жгут уберем. Да пока не. Зажми да. Руку вот так. Руку зажимай и держи. Что чувствуешь? Прилив энергии, бодрости. Вообще ничего. Ну агрессии явно нет у тебя, спокойно. Ну, кстати, это уже... Агрессии нет. Уже плюс. Как будто вообще ничего. Просто ничего не замечаю. Ну, может быть, организму еще привыкнуть надо? Я же говорю, то, что из-за того, что там убрали то, все, вот это вот вредное вещество убрано, то убрано, и по сути превратилось что? Просто витаминка, блин? Ну, получается так, наверное. Ну, витаминка не витаминка, но те вещества, которые были, их нельзя использовать на территории Российской Федерации. А вы вообще много лет работаете? Я работаю уже более 20 лет в этой сфере. Именно врачом, да? Именно врачом, да. И то, что касается всех вот этих вот веществ. Макс, ты чё? Чё случилось? Чё случилось? Ты слышишь? Вот и начало действовать. Вот-вот-вот. Чё? Голова кружится? Что-то фигня. Хуйня какая-то. По-моему, это вообще не, даже близко не то. Даже вот близко. А можете еще как-то, я не знаю, попробовать поработать? Может, вещества все. Давайте подумаем еще, поработаю вот именно с этим пузырьком. Ну, нормально, опасно даже, ну, типа мимо кассы, если что. Договоримся. Ну, да. Решим. Что, да, Макс? Где, работает он? Ну, в да, плане... Попробуем. Верните назад, пожалуйста, те вещества, которые там были. Мы вроде договорились, потому, как бы... Мне могу кажется, взять же, да? Ничего не выйдет. Нет. Ну, мы же договорились. А как вы тогда... А как я тогда буду его синтезировать? Нормально что? Голова не кружится? Да вообще ничего. Это... В ближайший час все-таки никаких резких движений пока. То есть он может еще будет... Тихо, не сдохнет. Как-то кровь упадет, и потом будет уже... По-другому работать. Все, спасибо, ждем от вас результат, наконец-то. До свидания.